мамки, пока сидят, кусают мороженое. Это все еще был Винпарк. Только что поела суши в ресторанчике суши. И вот что-то тут случилось, подъехала пожарная машина, что-то кому-то видно плохо было. Салат, большую порцию суши, всякие разные там, Нью-Йорк стайл. Счет был на 11.20. Ну, естественно, я дала ему 13 долларов. Чуть меньше 2 долларов на чай. Вот что-то случилось, вот я как уже много раз говорила, сразу приезжает. Вот такая, и потом уже подтягивается скорая помощь. Уже и полицейские приехали, что-то там случилось. Видимо, что-то серьезное. Пойду-ка я посмотрю. Вот оттуда вот все выходят. Пожарники и врачи. Шикарные, просто шикарные пожарные машины. Я в пожарники пошел, пусть меня научат. Вернее, пошла бы я бы, пожарники бы. Пусть меня научат, как это красиво. Hi. No? Okay. I'm sorry. Он говорит, нельзя снимать. Встала на месте, перегородила. Человек хочет припарковаться, я стою как это. Ладно, где моя красивая машина? А где моя красивая машина? Жарко. Сегодня будет 98 градусов, обещали. Это 36, наверное, 37. Но сейчас уже так 30 с лихом, с хорошим, с таким лихуёчком, с таким. Так что, сейчас мужу позвонила, говорю, милый, а чё бы нам не это? О, забыла в паблик сходить, мне надо купить молока, и мне надо купить... Ой, ладно, пошла. Чуть было не села в свою машину. Про мужа забыла вообще. А чё я это? Я сяду, доеду. Я ж в конце концов, я американка или где? Тут американцы не ходят такие расстояния бешеные, 20 метров. Тут 20 метров надо проехать. Ой, как жарко. Вот это сауна. Вот это сауна. Настоящая сауна. Жара. О, надо скорее это. Во-первых, надо губы накрасить. Я их все съела. Без губ я какая-то... Я себе не нравлюсь без губов. Без губей. Музыка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я себе тут так выстрелила кусок сегодня. Сейчас куплю краски. Надеюсь, у меня там без зубов суши не застряли. Ладно. Ладно, все, в полной боевой готовности, поехали в Publix за молоком и за хлебом. Наши люди в булочную на такси не ездят. Да, а я вот еду в булочную на машине. Ага, ладно, ничего страшного, никого там нет. Эта стрелка, это не значит, что я не могу здесь ехать. Это я могу ехать, но просто указывают стрелки, что как парковаться, чтобы удобнее было. Вот они стоят, доблестные наши пожарники любимые. И спасатели на машине. Так, вот теперь я тут перепар суши. На суши уже смотреть не могу, только что наелась. Сушей. Ладно, сейчас Publix. Publix. Зовет? Труба зовет! Солдаты! Вперед! Так вот, как я уже показывала, вот везде, вот возле самой первой стоянки, это обязательно для инвалидов. Вот такие синенькие штучки. Если не инвалид запаркуется, ну, допустим, если я запаркуюсь, не имея разрешения специального, там вывешивается на этом такая синенькая штучка, внутри машины на зеркало вешается. Штраф 250 долларов, чуть не 250 тысяч. Как всегда забываю. Что там они? Никакого движения. Ладно, пошли. Не думала вообще. Думала, дам отдохнуть без видео. Но не могу. Оно у меня это. Valley Crest. Landscape. Это вот машинка. Бизнес, который занимается ландскейпом. Вот тут тоже делают суши. Тут стоит 4 с копейками такая коробочка суши. Вкусная очень. Я когда-то покупала, вот так некогда было, купила, села в машинке, прям быстренько перекусила. Вот специальные сумки 99 центов стоят в Publix для этого. Вот специально для
Это написано no trash. Это не мусорник. Специально для бумажных пакетов. Это специально для пластиковых пакетов. А это foam tray egg cartons. А это вот, когда вы покупаете яйца, вот эти вот остаются от яиц, эти штуки. Вот, вот это для яиц. Ну, не для яиц, а для этих коробок из-под яиц. Итак, очередной красивый. Значит, вот машинки, которые я показывала их уже несколько раз. Те, у кого проблемки с ножками, или там ожирение, или просто хочется посидеть, не хочет. Ну, мало ли, бывают случаи. Садишься на машинку, она электрическая, и едешь, вот это, набираешь продукты и катаешься. Причем, когда она дает, когда разворачивается назад, машинка такая пищит. Вот это специальные штучки для... Вот это вот специальная штучка для амбрелла, это зонтики. Когда на случай дождя, когда дождь идет, люди приходят с мокрыми зонтами, вот сюда вставили и пошли с этими зонтами. Вот эта штучка для того, чтобы вытирать ручки. Вон санитайзер, мокренькая такая салфеточка. Вот это вот специально для того, чтобы мамочки с детками приезжают, детей сюда посадили, дети себе рули крутят, а мама собирается, мама ходит по магазину и делает покупки. Так, вот это вот специально для меня поставили, чтобы я взвесилась. Сейчас я взвешусь, но я не скажу, сколько я вешу. Ого, рестораны дают себе знать. Так, вот то же самое, Еще раз, вот эта штучка, хэнди, санитайзер. Вот это для зонтиков, опять же, все то же самое. Тут водичку можно заправлять, специальные баллоны. Тут можно распечатать копию, 25 центов. Это все реклама, это все бесплатное. Реклама автомобилей. Вот после 55 лет тут специально есть места, где люди живут, поселения людей, где нет только взрослые люди, нет детей маленьких. Вот, adult age 62. Ну, в общем, и там есть как бы... ладно. Вот это вот apartments for rent, это аренда. Вот это вот продажа домов. Это kids directory, это... Фрито, тут написано, куда пойти с детьми, что все детское, не знаю, что это. Вот это вот вино, летнее вино. Вот это вот начало, не знаю. В общем, и тут еще обязательно всегда есть, не знаю, где, обычно всегда здесь есть газетки такие на работу, на работу устраиваются. Ладно, пошли. Пока меня никто не остановил, я пойду. Вот это вот, тут доска почета, как бы, типа доска почета. Вот пошли обязательно очень чистые туалеты. Вот водичка, если хочется попить. Вот кофе я сейчас себе налью, попью. Хочется мне кофе попить. Так, я положу кремчика. Вот так вот я себе налью кофе. Вот тут зерна насыпаны с тем, чтобы если когда кофе капает, чтобы оно не растекалось, а чтобы зернышки впитывали. Вот я вот это сейчас все помешаю. Мне надо там ручки вытереть или что. Где мусорник? Взяла два стакана нечаянно. Вот это вот Job Application Center. Вот сюда я захожу, если мне надо. Устроиться на работу в... И пошла вот на английском языке. И next. И я ввожу свои данные. И меня потом либо берут на работу, либо не берут. Ну, то есть вот сюда придешь, во всех пабликсах устраивают, во всех магазинах здесь больших таких, устраиваются на работу через вот так. В каждом магазине есть компьютер. Это блокбастер, это диски с фильмами, с играми и все это прочее. Блокбастер экспресс. Так, ну тут тоже очки везде продаются, потому что в каждом как бы очки плюс, минуса, к сожалению, нет. Я бы купила у них минус. Итак, поехали. Это пиво. Вот такой пакет льда стоит $1.89. Это 5 килограмм, почти 5 килограмм. 4 вот больших, 7,99. А в Sam's Club такое же мороженое стоит 4,50. Это я так на всякий случай. Сыры пошли. Ладно, я быстренько мороженого навалом, какого хочешь. И тут, хай. Часто бывает, купи одну, вторую бесплатно. Я вот, или вот два за 7, сэкономишь 55-58. То есть оно каждое стоит 6,29, но я могу взять 2 за 7. Вот постоянно такие скидки. Называется Sour Cream. А, что ж, я кофе стук. Дюжина. Дазен. Это у нас по 10, а тут по 12 или по 18.
молоко, вот галлоны молока. Мне, кстати, молоко надо, сейчас не буду брать, потому что я делаю съемку. Вот указатель на реструм, на туалет. Вот холодильники с замороженным хлебом написано, десерты замороженные и всякое разное. Вот тут тоже seafood замороженный. Vegetables, potato, vegetables это как называется? Ладно, не будущий. Вина. Тут водку не продают в таких магазинах. Вот хлеб. Я хлеб покупаю всегда здесь, вот этот Publix, он стоит. Вот он, ого, он стоит рубль 39, а всегда стоил 97, странно. Открытки во всех магазинах, Пабликсах, Волгринсах, они очень дорогие здесь. Те же открытки можно купить в Dollar Store на 2 открытки на доллар. Ну это так, на всякий случай. Вот это все для того, чтобы вложить в пакетики для подарков. Вот это вот ленточка, чтобы украсить подарок и все это прочее. Ну и напиток. Тамахи продаются для собак. Вот такая вот одна кость стоит, не знаю сколько, ну долларов 10 она стоит, если не больше. Вот они как бы копченые кости, и собака будет ее грызть всю жизнь, пока не состарится, пока все зубы не сотрет. Так, я хотела показать суши, где тут суши, я до них еще не дошла. Но это полуфабрикат, это как бы все полуфабрикаты, только бросить в печку и это. Салаты. Я сейчас на ценах останавливаться не буду, вот такие громадные. Порк хэм, ветчина. Так, тра-ля-ля, меня пока никто не остановил. Вот сейчас покажу сифуд и покажу сейчас суши. Вот они, эти суши, за которые я говорила, они всегда свежие. Вот эта коробочка суши стоит, ну, около 5 долларов. А вот, 6,39. Ну, опять же, немножко повысились, конечно, цены. 5,79. Потому что я когда-то покупала за 4 с копейками, под 5 долларов. Ну, то есть вот они, готовенькие суши, все берешь с собой. Там внутри есть обязательно соус какой-то в пакетике. Это салаты всякие разные. Ну, вот крабы. Вот эти крабы стоят 16,99 громадные за паунд. Это получается 30, почти 34 доллара за килограмм. Вот эти вот Snow Crabs, тоже достаточно вкусные, 10,99. Часто бывают на сейле они по 7 долларов. Креветки. Вот, креветки уцененные на 3, сейчас стоят 9,99, но это очень дорого. Ну и раки наши, не знаю, я их никогда не ем, они такие маленькие. Мидии обожаю, 3,99 на сейле. Life Muscles, масло это мидии. Вот это вот я очень люблю, это петушки, морские петушки, ой, такие вкусные, я их люблю. И вон этот осьминог, или как он называется, и хвосты лобстеров, ну и рыба. Вот это как бы, это Publix, в Publix как бы не очень большой выбор рыбы. Вот это талапия, амсилуи, вот это амсилуи, красная рыба. Ну, в общем, все. И пошли фрукты, овощи, нарезанные фрукты. Хай! И пошли. Не буду я сейчас показывать этот самый. Фрукты, овощи. Пошли. Я покажу, где выпекают хлеб. Дели. Вот везде пакетики. Вот если мне надо что-то купить, но это во всех магазинах. Везде есть пакетик и везде есть весы. То есть я в пакетик все положила и на весах все взвесила. Вот это сейл тут. Вот, когда видишь вот этот сейл, значит тут что-то находится на распродаже. Вот она распродажа, сейл. Значит, это черешня. Она стоит 2,49 сейл. Прямо тут же вот делают еду вкусную, можно сразу купить все готовое. Курочка вот эта очень вкусная, зажаренная, и кусочки курочки. Ай, хотел меня остановить, а не получилось. Колбаса нарезная, сыры нарезные, все, что можно нарезать. И вот там выпечка пошла. Люди выпекают прямо тут же торты, выпекают хлеб, выпекают пирожные, делают вкусные. Ну, в общем, очень-очень все. Я просто тороплюсь, потому что я боюсь, что меня сейчас все-таки остановят. Торты здесь очень-очень дорогие. Если покупать торт, то я покупаю эти торты в Sam's Club. Они по качеству даже, может быть, лучше. И вот это тесто. Вот оно тесто стоит 2,59. Вот оно уже взбодрилось, так оно уже взошло. Я раньше покупала тесто, пока не научилась сама его делать. Вот везде-везде свежий хлеб. Очень теплый, горячий, свежий хлеб.
Так, вот тут вот постоянно кто-то стоит, готовит. Ай. Каждый день кто-то вот здесь вот готовит из полуфабрикатов, и люди подходят, пробуют.